Непростая обстановка продолжает сохраняться и в столице Ирана. В четверг здесь протестующие опять столкнулись с полицией. Несколько сот человек собрались возле Тегеранского университета в 10-ю годовщину студенческого протеста в этой стране. Однако полиция направила туда подкрепление и разогнала собравшихся. 10 лет назад протест иранских студентов закончился жестоким подавлением со стороны властей. Тогда погиб один студент. В этот раз полиция применила слезоточивый газ. Однако этот инцидент стал крупнейшим со времени протестов оппозиции, которые последовали после выборов 12 июня. Оппозиция считает, что результаты выборов подтасовали в пользу президента Ахмадинеджада. Несмотря на то, что последний митинг был менее масштабным, чем беспорядки после выборов, он свидетельствует о том, что недовольство правительством в Иране не угасает.